Хоровац на армянском языке означает шашлык или блюдо, приготовленное на огне. Как правило, это, конечно, у армян мясо, баранина, но у них же есть вегетарианский хоровац. Для этого надо. Мы делаем половину порции. Один баклажан, один лук, один помидор, но наши испанские пришлось два. Один перец, мальчик, и чили. Тоже Слава не очень любит острое, поэтому мы берем чили только кончик. Все это должно просто приготовиться на огне. Это не значит, что уже будет готов хоровац, но это один из этапов. Кто-то может ошибочно подумать, что вот такой вот цвет это пережаренное. На самом деле нет. Шкурка нам для хороваться будет не нужна. Они должны все такими стать. Шкурку мы будем снимать. То же самое касается и помидор, и лука, и баклажанов. О, красота какая. Когда корочка подгоревшая, она снимается просто как шкурка. И остаются чистые овощи. Перец пока остывает, как остынет. Секрет хороваться в том, что это блюдо делается только руками. Никаких ножей. Когда оно немножко остынет, то есть чищу я уже по возможности, но когда оно остынет так, что можно уже в руки брать, тогда это все руками рвется на кусочки. Не режется, а рвется. Помидор остыл. Рвем помидорки. Баклажанчик. Он вот так полосочками разбирается. Хорошо прожаренный, просто раздавливается. Вот баклажанчик обязательно. Такие должны быть в хороваце длинненькие. Плевочки. Это потом такое очень... очень вкусная. Раньше уже готовил? Ну, я много раз смотрел. А пробовал еще больше раз. На мой взгляд, это самое вкусное вегетарианское блюдо. На мой вкус.